И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я ваш любимый Паша, и сегодня я буду пить воду из голубого тазика. Я специально помыл его уже перед видеороликом, поэтому он чистый, вон, видите, капельки воды? Это не фейк, не постановый, он чистый, не волнуйтесь за меня, я буду жив. Тут была налита цветочная вода, которая выливалась из горшка, поэтому я промыл все тщательно, и поэтому все будет хорошо. Приступим к наполнению питьевой воды в этот тазик. Погнали! О, он даже поместился, классно. Включаем. Это если что... Да. Это если что фильтрованная вода, тут можно пить воду спокойно, не волнуйтесь за меня, я буду жив. Так что все классно. Думаю, этого будет недостаточно. Даже много. Ой. Итак, давайте же приступим пробовать эту замечательную воду из тазика. Вот, она вода, и я сейчас буду ее пить. Фу, я...